Погодные условия внесли коррективы в ход проведения ремонтных работ входной группы врачебной амбулатории поселка Барвиха. Но у нас по данному филиалу, по амбулатории Барвиха сейчас проходит текущий ремонт, ремонтируем входную группу, хотя условия нам позволяют это делать очень ограниченно, потому что сейчас сыро, поэтому ремонт уже затянулся, мы должны были закончить примерно неделю назад. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил здание поликлиники и задал вопросы относительно планов по выполнению и сроков завершения ремонта. Мы хотим навес. Навес до конца. Снять полностью все покрытие, потому что попадает вода. Зимой, как правило, взрывается, это поднимает. И, соответственно, полностью переделать все покрытие здесь начинает. И вон там частично переделать ограду. Это вот и именно как, здесь. И когда мы справимся с этой задачей? Мы подали, сейчас нам обещают на 23 год перенести, соответственно. В этом году не успеем. Нет. В процессе выполнения работ крыльцо полностью заново зацементируют и выложат плиткой. А над всей входной зоной появится новый большой навес. Обновление центрального входа – лишь начало изменений. В планах на 2023 год осуществить капитальный ремонт крыши амбулатории. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».